Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Ну ничего себе мы попали. Кто это? Это чё, Василий Иванович? О, это длинная и жуткая история, Петька. Жил однажды мальчик по имени Маугли. Пошел он однажды в лес по нужде. Ну и заблудился. И совсем, наверное, пропал бы, да только подобрала его стая муравьедов. С тех самых пор он и живет здесь, в Индии. В какой Индии, Василий Иванович? Мы же в Южной Америке. А хрен его знает, Петька. Может, это другой мальчик орет. Итак, на чем мы остановились? Вот так вот браво шагает Василий Иванович по пройденному пути. Ну что, Петька, а ты боялся, не пройдем? Да чё ты, Василий Иванович, ничего я не боялся. Не спорь, Петр, кто с Чапаем спорит, тому жить не стоит. Да я чё, я ж ничего. Да, это вообще супер. Привет, друзья! Итак, Петька Василий Иванович, 3, эпизод 6. Возвращение Аляски, перезагрузка. Компания «Сатурн» совместно с «Букой» представляет. Загружаем игру, где мы остановились с вами. Поехали! Подписываемся, жмем колокольчики. Теперь поговорим. Спокоен. Вы доказали, что в состоянии справиться с любым противником. И теперь вас ожидает настоящее задание. Предлагаю на выбор. Ну что, орлы, куда хотите отправиться? В Ирак или в джунгли Амазонки? Не люблю я джунгли, там змеи, крокодилы и москиты. Выбираю Ирак. А, рядовой, ты вправду купился. Неужто ты подумал, что у тебя есть выбор? Отправляйтесь в Амазонку сейчас же. Через 5 минут вы должны сидеть в вертолете. Вот здорово, там в джунглях змеи, крокодилы и москиты. С детства я мечтал побывать в джунглях, да еще за счет заведения. Ты сделал правильный выбор, сынок. Отправляйтесь в Амазонку сейчас же. Через 5 минут вы должны сидеть в вертолете. А что мы там делать-то будем? Не скрою, рядовой, не на курорт едешь. По нашим сведениям, в районе реки Амазонка расположены плантации опиумного мака. Там наркодельцы выстроили ранчо и снимают по 12 урожаев в год. Ваша задача, бойцы, очень проста. Незаметно проникнуть на ранчо, все разгромить, а мак уничтожить. Не оставляйте там ничего живого. Все, разрешаю идти. Пошли бороться с наркодельцами. Так, в хеликоптер садимся и полетели. Вертолет по-нашему. А лялька наша все лежит в ванной. Ну и пусть лежит. Ого, а прилетели. Ранчо наркобаронов расположено к востоку отсюда, вниз по течению. Во как? Еще и компас нам кинул. Наверное, сломанный. Как он нас назвал, Василий Иванович? Ничего, Петька. Мы у него спросим, когда ранчо взорвем. Ну, тогда пошли. Куда идти-то, Петька? Этот гад нам сломанный компас дал. Без проводника мы до этих... наркомормонов не доберемся. Да где же его искать-то, проводника? Поищем, Петька, может и найдем. А если на месте стоять будем, вот тогда нам Петр точно ничего не светит. Это точно. Ну что, погнали, проходить. Пошли в джунгли. Mm-hmm.
Ого, вот это попали. Чё, Василий Иванович? О, это длинная и жуткая история, Петька. Ну-ну. Был однажды мальчик по имени Маугли. Послушаем. Пошел он однажды в лес по нужде. Ну и заблудился. И совсем, наверное, пропал бы, да только подобрала его стая муравьедов. С тех самых пор он и живет здесь, в Индии. В какой Индии, Василий Иванович? Мы же в Южной Америке. Ах, хрен его знает, Петька. Может, это другой мальчик орет. Вот бы, Василий Иванович, на него посмотреть. Он, наверное, тут все в джунглях знает, вдоль и поперек. Он бы нам и дорогу к этим наркоманам показал. Это хорошо, да только как его поймаешь-то? Приманить чем-то надо. А чем приманить-то? Чем он питается? Мальчик-то это... А кто его знает? Что в лесу найдет, то и слопает. Дикий он. Ой, а если он ординарца в лесу найдет? Меня, то есть? Не знаю, Петр, можно проверить. Нет, я приманкой быть не желаю. Думай, Петька, думай. О, а на что нам резиновая купа? Вот, Василий Иванович, пусть этот мальчик лучше вот эту резиновую девочку скушает, а я приманкой быть не желаю. Что за разговоры такие, Петька? Если партия прикажет быть приманкой, то и будешь. А то желаю, не желаю. Твоя подпись не требуется. Понял, Петя. Ух ты! Это мальчик? Ну, не девочка же. И что нам с тобой делать-то, а? Надо бы его как-то в чувство привести, Василий Иванович. В чувство, говоришь? Ты, Петя, у нас медик. Вот ты и приводи. Я ведь еще не забыл, как ты... профессору тому долбанутому ассистировать собирался. Ты, Петр, поаккуратней. Эта куколка и лопнуть может. Бананчики возьмем. Они нам еще пригодятся. Обязательно пригодятся. Петька, бананы я тебе есть запрещаю. Нет, почему это? Жрать ведь хочется, товарищ комдив. Эти бананы наши НЗ. Оставим их на крайний случай. А то ведь бывали случаи, когда голодный командир своего бойца в джунглях съедал. Вот ужас-то! Ладно, пока Тарзан тут лежит, пошли проверим, что тут есть. Тут шалаш какой-то подозрительный. Подписываемся, друзья. Шалаш, говоришь? Так может, мы тут и Ленина встретим? Я всегда знал, что в мавзолее не речь, а чучело лежит. А Ленин разлеет. В эмиграции мировую революцию готовит. Вот здорово! Так, пошарим, что здесь есть. Бусы какие-то. А зачем тебе бусы, Петр? Как зачем? Анки подарю. Скажу, что сам сделал. Анки? У нее этих бус, как на паршивой собаке блох. Ну что, может и не анки. Может, сам носить буду по праздникам. Лопатку возьмем. Зачем тебе, Петька, лопата понадобилась? А вдруг, Василий Иванович, зверя дикого встретим? Я тогда ловушку быстро выкопаю. Зверь в нее попадет, и конец ему. Дурак ты, Петька. Супротив зверя дикого, окоп рыть надобно. Ну, это следы. Макаки тут какие ходят. Не бойся, Петька. Это след старый, судя по запаху. Ну и нюх у тебя, Василий Иванович, мне б такой. А поживи-ка с моё. Так, бутылочка. Не бери, Пётр, а вдруг там отрава? Да какая там отрава? Это же ром был, ямайский. А ты почём знаешь? Так на этикетке же написано. Ром ямайский, сорт второй, Чугуевский ликероводочный завод. Точно, класс. Чугуевский. Так, заберем цилиндру. О, Василий Иванович! Шкилета такая стоит. Нет такого слова, Петька. Чилиндра. Это цилиндр. Непременный атрибут мировой буржуазии. Не путать с геометрическим телом. А давай, Василий Иванович, его с собой возьмем. Зачем это? Будет экспонатом в музее имени Победы мировой революции. До Победы, Петька, еще дожить надо.
экспонатом будет. Ух ты, там еще какая-то... Смотри, запуска. Василий Иванович, тут фотография какой-то макаки. Ох, Петька, деликатности в тебе нету. Как можно бабу назвать? О, да это и вправду макака. А то. Так. Дневничок. Так, посмотрим, что тут у нас. Бумажки какие-то, записки. Выбросил бы ты их, Василий Иванович. Может быть, их кто-нибудь того читал так, в смысле? Читать он будет долго, поэтому мы немножко ускоримся. Да не в ник действительного члена. О! Дневник действительного члена английского королевского общества ученых-ботаников и натуралистов. О, интересно, что тут этот член пишет? Так, 1 октября 1917 года. Прибыл на место. Настроение восторженное. Я полон энтузиазма. Буду изучать жизнь и повадки южноамериканских приматов. Выстроил жилище, после полудня отправил проводников и охрану за особями животных. Не дождавшись их, лег спать. 2 октября. Проводники как в воду канули. Никаких следов. После полудня пошел тропический ливень. Пришлось прекратить поиски. 3 октября. Очень хочется есть. Пришлось выпить, чтобы заглушить чувство голода. К счастью, у меня имелся неплохой ром. Забылся спокойным сном. 4 октября. Пил ром. Жизнь снова прекрасна. Начинаю понимать преимущества отшельничества. 5 октября. Алкач какой-то. Пил ром. К черту проводников. 6 октября. Пил. 7 октября. Мое уединение нарушено. Из леса появилось какое-то чудовище. Я отнес его к классу приматов. А оно отнесло меня к себе в жилище. И боюсь, что это случилось со мной впервые. Горько писать о потере невинности. 37 июля. Год не помню, кажется, 1919. Стая приматов продолжает осаждать мою стоянку. Самое страшное, что среди обезьян человеческий детеныш отзывается на имя Тарзан. После всего, что произошло со мной в этих диких местах, мне нет места среди цивилизованного общества. С наукой покончено навсегда. Мое место здесь. Ну, Петеньки. Василий Иванович, а дальше? Дальше-то что было? Все, Петька, тут дневник члена обрывается. Вот до чего мужик допился. Пора, Василий Иванович, и нам завязывать. Все, завязываю. Больше никогда, особенно в джунглях. Да ты что, Петька, очумел, что ли? Больше никогда, но и меньше никогда. Никогда. Так, бутылочку берем и выкидываем. Бросаем на ведро. Вот она нам понадобится. Ты, снайпер. Так ты ж снайпер, Василий Иванович. Да зачем оно нам? А может, это ведерко нам пригодится? Пригодится, обязательно пригодится. Анка! Аннушка! Анка! Хорош ворковать, Петька, планета в опасности. А ты по телефону воркуешь, пытаешься. Так, выходим. Как тут выйти? Ну, где? А, вот, все, погнали. Ну, возвращаемся, так. Пошли в правую сторону, входим. Вот. Отлично. Что у нас там? Вышли на берег Амазонки. Подписываемся, что друзья. Ты? Водички захотелось. А вот обломайся. Видел пасть-то какая? Как у Антанты миг проглотит. Крокодайло называется. Какой? Как бы нам его, Василий Иванович, изловить? Подумай. Так, заходим в наш ящик. Ящик, так. Берем веревочку, крюк.
компас. Ну-ка, компас-то блестит, а этот как сорока. Оба, поймали! О, попалась рыбка! Не рыбка, а пресмыкающаяся зубастая уродина. И откуда ты, Петр, все это знаешь? Опять, небось, в «Пионерской правде» вычитал? Нет, Василий Иванович, сам придумал. Решено, Петр. Вот война кончится, в смысле, вот спасем планету, отдам тебя в Академию. Спасатели планеты. В Кембридж или в Оксфорд? Ты еще в Вестпойнт скажи. В нашу Кукуевскую Академию пойдешь. Правильно. Слышь, Петька, а что мы с крокодилом-то делать будем? Надо ведь куда-то его деть. Не в реку же его отпускать. А давай проверим это. Василий Иванович, а давай мы этого крокодила приручим. К чему? К труду и обороне? Так с тебя первого начинать придется. Так, ладно. Что же нам делать? А что же нам теперь делать-то, Василий Иванович? Думай, Петька, думай. Ведерко. Так, где наш? Лопата. Копаем. Петька, ты что там делаешь? Яму копаю, Василий Иванович. Ты кого послал? Как кого? Крокодила этого, конечно. Смотри, у меня. Ох, как он быстрый. Ловко он окоты пороет. Так. Развязываем. Кидаем его туда. Чудесно. Веревочку забираем. Вот и компас пригодился, друзья. Ладно. Водичку набрать надо. Ух, что это у меня Петька в спине стреляет? А, не согнуться, не разогнуться. Боевые раны, видно, беспокоят. Ну да, беспокоят. Петька, подай, Петька, принеси. Как морду кому-нибудь набить, так это ты, Василий Иванович, всегда пожалуйста. Угу. Ну, ты еще поговори у меня. Так, давай, Петька, начнем. Как я это сделаю? Нет, я не достану. Ага, веревочку надо прилепить. Где у нас веревочка? Привязываем к ведерочку и запускаем. Пульт. О, по корабельному. Вот мерзость! Ух ты! Так без руки остаться можно. Вот здесь какая вода-то на чужбине. Не напиться и не умыться. Видели, как я рыбка там? Ну-ка, давай-ка и пасть заткнем. Как вы себе это представляете? Давай. Это, между прочим, пиранья. Давай. О, хорошая рыбка. Класс. Будешь ты рыбка-бананка. Ага. Была пиранька, стала бананка. Погнали. Ну, пошли теперь к нашему Тарзану. Ух, у Петьки походняк. Так, давай-ка мы завяжем сначала Тарзану на всякий случай. А то еще убежит. Да, отлично. Берем водичку. Цифра. И поливаем. О! Солнце, воздух и вода исцеляют нас всегда. Особенно вода. Лучше, конечно, водка. Да только где ж ее взять? Ох, уже бы водка. Так, давай-ка мы фотку ему покажем. Маманя. Смотри, Тарзан, узнаешь? А на это ты что скажешь? Мама. Получилось! Мама мыла раму. Раму мыла мама. Вот, уже про мыло вспомнил. Шила мыло. Колбаса, колбаса, на веревочке оса. Заседание палаты лордов возобновит заседание после небольшого перерыва на ланч. Всем спасибо, все свободны. Так он целый лорд. Как его заносит-то, буржуй недорезанный. Кто вы? Кто я? Где мы? Где я?
А? Я Василий Иванович Чапаев. Это мой ординарец Петька. А ты? Хрен тебе разберет, кто ты есть. Но есть мнение, что происхождение у тебя подкачало. Кажется, я застрял. По-моему, это слишком узкое дупло. Бредит. Ладно, Петька, давай его развяжем. Вот теперь можно развязать. От всей души благодарю вас. Ты смотри, как запел. Ну, прям-таки лот. Так вот а ты есть. Как думал, Петька? Генетическая память? Чем я могу вам помочь? Как звать-то тебя? Маугли? Тарзан я. Принц Перс... Нет, джунгли. Простите за эту вспышку эмоций, но вы должны меня понять. Среда. Да ты не переживай. Что ж мы, обезьяны, что ли, какие? Мы все понимаем. Молчи, Петр. Слушай, Тарзаний, а не знаешь ли, где тут наркоманы живут? Нарко... Что? Понял. Это такие смешные, милые люди, которые цветочки тут выращивают. Мне известно, что их жилище ниже по течению реки. Но без лодки мы туда не доберемся. Придется вам лодку искать. А сейчас, извините, я должен сходить предупредить мамочку о том, что я буду сопровождать вас на этой прогулке. Встретимся на другом берегу Амазонки. Не прощаюсь. Иди уже к мамочке. Зовут. Жил себе Тарзаний в лесу макака-макакой. А теперь... Да. Ну что, Василий Иванович, пошли лодку искать. Пошли искать лодку. А тот поскакал. Подписывайтесь, друзья. Жмите колокольчики. Оставляйте комментарии. Делитесь с друзьями. Так, погнали опять в нашей Амазонке. Эй, ты, о, товарищ, я к тебе пираньи обращаюсь. Пираньи все плавают. Лысый опоссум из племени Монго-Бонго слышит тебя, бледнолицый. Чего орешь-то? Слышь, лысый опоссум, как нам на другой берег перебраться? Странный вы народ, бледнолицый. Вы так на другом берегу. Понятие относительно. И разговор приобретает интерес. Где здесь переправа, опоссум? Для индейца везде переправа. Да как же мы переберемся? У нас и лодки-то нет. Если ты такой бедный, что у тебя нет даже лодки, то сиди на своем берегу. Этот идолопоклонник, кажется, имеет... кулацко-собственнические убеждения. Так, ну-ка мы давай крокодилос. А, бусы покажем сначала. Бранзулетка. Бранзулетка. Интересно. Эй, истукан, эти бусы будут твои, когда мы окажемся на том берегу. Река не преграда для братского общения. Бросьте мне веревку. Так. Возьмем рыбку, привяжем к веревке. Бусы привяжем к рыбке. Странная вещь, Василий Иванович. Выбросить жалко, а куда ее применить, непонятно. Так к веревке надо привязать. А, веревку мы привязали. Давай к этому, к крокодилу. Кидаю. Как на моторке. О, а тут уже этот дружище сидит. Так, ну что, поговорим? Я бы ему палец в рот не стал бы класть. Это моя пирога. Теперь она... осквернена сидящим в ней диким духом лесов. Это наш Тарзан, дикий дух лесов. Давай-ка мы ему крокодила предложим.
взамен этой пироги. А давай меняться. Мы тебе подарим, ну, к примеру, вот этого крокодила, а ты нам свою пирогу отдашь. Совсем нового крокодила на старую оскверненную пирогу? А ты не согласен? Я должен хорошо подумать. Кажется, вы в накладе. Ага. И это мне нравится. Держи. А мы в пирогу пошли. Да ты что, Василий Иванович, в этом корыте плыть собрался? Утонем ведь. Отставите разговорчики. Если родина прикажет, и в лоханки поплывем. Эй, на веслах? Чего заснул? Хреби давай. О, погнали. Вот, Василий Иванович, это злачное место. Здесь эта наркомафия окопалась. Да нет, Петька, ошибочка вышла. Видишь, тут крестьяне живут. Землю пашут, цветочки выращивают. Ну да, это же мак растет. Как раз он и есть сырье для наркотика. Так сказать, опиум для народа. Все понятно. Будем искоренять. Нет, Василий Иванович, эти цветочки не выкопать. Тут до корня достать надо бы. Конечно. Лопатку надо. Так не выкопаешь руками. О, наркоман, батя. Посмотри, Дон Хуан, да у нас гости, причем непрошенные. Ага. Да, Дон Карлос, что будем делать с этими грязными гринго? Они будут хорошим удобрением для наших посевов. Они превратятся в наше золото. Так, Тарзан, вступай в игру. Маугли, не будь равнодушен к судьбе ближнего. В конце концов, мы с тобой, возможно, одной крови. Ты и я. Обычно я не вмешиваюсь в дела людей. Мама не разрешает. Она считает, что люди тупые, неблагодарные животные. Ну? А ты кто такой, а? О, мама! Мама! Мамочку зовем! Ну-ка. Если кто-то думает, что я откажусь от своего дела, то он сильно ошибается. Зря! Откажись, Хуан, и тем спасешь наши души. Вот это да. Забирайте своего Маугли. Куда это она их? Сейчас им перекуют мечи на орала. Вот так, это правильно. Забираем. И это по-нашему. Автомату. По-милитаристски, Петька. А то что это мы безоружные по лесу, в смысле, по джунглям ходим? Непорядок. Так, забираем. Ну что, берем автомату. И стреляем. Ох, Петька, сейчас как ю... Как бабахнет! Мир хижинам, война дворцам. Точно. У-ху-ху-ху, вот это взрыв, и все сгорело. Ну ни хрена себе, а мы маг корчевать собрались. Так, вот и вертолетка. Откуда они все знают, что мы уже все сделали, а? А вот и наш геликоптер. Отступаем, Петька. Стоп, отставить не отступаем, а передислоцируемся на ранее подготовленные позиции. Так, заходим в вертолетик. И полетели. Полетели на базу. Так, ну что, друзья, на этом мы заканчиваем просмотр этого эпизода. Следующий эпизод, следующая серия, друзья. Подписывайтесь, жмите колокольчики, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Выходим из игры, сохраняемся. Чудесно.
так, друзья. Уходим из игры. И что мы будем видеть в следующей серии? Сейчас посмотрим, друзья. Выходим из игры. А в следующем эпизоде смотрим. О-о-о, летчик, просыпайся. Кто вы, ребята? МЧС. Что? Шучу, шучу. Мы всего лишь зеленые береты. Командос. Кино видал? А много вас? Это общевойсковая операция по моему спасению? Да, да. А 7-й флот? Да кому ты нужен? Спасать-то тебя. Нам бы узнать, как тебя, чудака, на невидимом самолете сбили. Сколько вы согласны заплатить за эту информацию? Вот ведь что вот идиот, а? Это Америка делает. Стыдись. Разве тебя не учили в колледже, что продаваться нужно лишь один раз? Выкладывай, что знаешь. Они меня невидимой ракетой сбили. Откуда арабы ее взяли, не пойму. У русских, наверное. А почему они тебя за демона приняли? Меня схватили, когда я приземлился после катапультирования. Так они мой гермошлем за голову приняли. Да, лицо не занято. Подробностей побольше.